Задачник Ирдова. 1988 год издания. Номер задачи 1280. Человек. Один, 280. Человек массы М1 стоит на краю платформы. Масса М2. Дан радиус платформы R. Платформа может вращаться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка на нашем рисунке, проходящей через центр. В некоторый момент человек начинает двигаться по краю диска и совершает перемещение на угол фи-штрих относительно диска. Фи-штрих относительно диска. Относительно диска. И останавливается. Пренебрегая размерами диска, найти угол, на который повернется диск к моменту остановки человека. Поскольку у нас трением в оси можно пренебречь, то система диск плюс человек можно считать ее замкнутой. Замкнута. Сила тяжести компенсируется силой реакции, нормальной реакции опоры со стороны оси, а моментов в оси у нас внешних никаких не наблюдается. Силами трения можно пренебречь, судя по условиям задачи. Поэтому мы можем использовать закон сохранения момента импульса. Момента импульса. Первоначально у нас до того, как человек пошел, суммарный момент импульса был равен нулю. А после того, как человек начнет двигаться, момент инерции человека, умноженный на угловую скорость человека, это будет момент импульса человека относительно оси О, плюс момент импульса диска умножить на угловую скорость диска, будет равно нулю после того, как человек пойдет. После начала движения. После начала движения. Спроецировав моменты импульса или угловые скорости на направление оси, мы можем записать момент импульса человека mr квадрат умножить на угловую скорость омега 1 и приравнять ее моменту инерции диска mr квадрат пополам, это момент инерции диска, умножить на угловую скорость 2. Разнесли в разные стороны, поскольку проекции будут иметь противоположный знак. Проекция угловых скоростей на вертикальную ось О. И если мы теперь проинтегрируем умножив на dt левую и правую часть, для того, чтобы можно было здесь записать угол φ1, а здесь записать угол φ2, проинтегрируем в пределах от нуля до времени остановки тау.
то мы получим m1 на фи 1 умножить на тау, без всякого тау. Это у нас будет суммарный угол, на который повернется человек относительно Земли. А здесь у нас будет стоять m2 пополам на фи 2. Фи 1, фи 2. Угол поворота. Угол пройденный человеком под индексом 1 и диском под индексом 2 относительно Земли. А нам дана скорость, угол, на который повернется человек относительно диска. Угол пройденный. Угловой путь пройденный относительно диска. Поэтому мы можем записать таким образом. Человек по формуле сложения скоростей можем записать, что угловая скорость φ1, это скорость человека относительно Земли, будет равна φ', это угловой скорости человека относительно диска, а здесь будет стоять угловая скорость системы отсчета, то есть диска относительно Земли. Отсюда мы можем перейти к углам, записать то же самое, проинтегрировав, умножив модель ТТ, записать то же самое, плюс φ'. Проверим, как будет со знаками. Скажем, человек идет в этом направлении, прошел относительность диска φ'. При этом диск повернулся на какой-то угол. Фи 2. Угол, на который человек пройдет, будет равен φ' минус φ 2. То есть с учетом проекции мы должны будем писать здесь разные знаки. В векторном виде так это записывается. А когда начнем писать проекции, то у нас φ 1 будет равно φ' плюсом, а φ 2 будет с минусом стоять, потому что направлено в другую сторону. Теперь мы, если мы сюда перенесем φ 2, нет, мы должны что найти? φ 2. Поэтому мы φ 2 оставим здесь, а φ 1 подставим в это выражение. Получим m1 на φ' минус φ 2 равно m2 пополам φ2, и отсюда выражаем φ2. Переносим направо, скажем. У нас здесь будет m2 пополам плюс m1. Это мы сюда перенесли. А здесь будет m1 стоять. m1 умножить на φ'.